Ель колючая, форма голубая, четырехлетка, сегодня в нашем видео. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем обзор наших сеянцев, которые будут в наличии в этом сезоне, осень 2020, в нашем питомнике «Хвойный дворик». Сегодня у нас четырехлетка. Ель голубая. По количеству у нас ее в районе 3000. По размеру она примерно 20 сантиметров. Ну, заявлено от 15 до 25. Ну, здесь есть и 30 сантиметров. То есть заявлено меньше, если честно, чем она есть на самом деле. И она еще подрастет. Ну, цвет у нее дойдет, все равно будет голубой. Все это как бы со временем все это налаживается. Почку она уже почти сформировала. Как можете видеть, вот. Вот здесь почечка, ну, еще не совсем, но будет сформирована уже к сентябрю месяцу. Ну, конечно, ее можно уже и сейчас пересаживать, но нежелательно. Поэтому я в конце сентября обычно пересаживаю. Двадцатого августа начнется прием предварительных заказов. Неоплаченный заказ не является бронью. Если вы сделали заказ и оплатили его, то мы отнимаем от общего количества ваше количество, и оно под бронью находится пока до отправки. Самовывоз у нас 15 сентября. Ссылка будет в описании. Цена на нашем сайте. Пожалуйста, переходите по ссылке на наш сайт, увидите цену. Там все информативно, я думаю, то, что не ясно, пишите в комментариях, обязательно отвечу. До приема заказов осталось немного, так что успейте заказать, количество ограничено. Всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Удачи!